алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые коллеги, уважаемый джамаат Республики Дагестан. Я, извините, если где-либо ошибусь, я не подготовился к этой бумаге. Это я сам, мною написана эта бумага, и думаю, иншаллах, согласятся все с этой бумагой. Я называю себя простым рабочим человеком. Я думаю, иншаллах, здесь нету никакого из правительства или из какого-нибудь органа людей, я не знаю. Здесь 99% водителей, такие же, как и я. Мое обращение, в первую очередь я адресую свое обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву, депутатам Государственной Думы. Я обращаюсь к вам от имени своего народа, от имени всех коллег-дальнобойщиков, которые в эти трудные времена выстояли перед этими трудностями. Почему мы, народ России, так страдаем сегодня? Мы ведь живем не в африканской саванне, чтобы вот так страдать, где кругом одни звери. Правильно. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, наделил эту землю таким богатством, что этих богатств должно было всем хватить. Но почему-то стали хозяевами этих богатств одни отдельные люди. Неужели вы не видите, что этот многонациональный народ Республики Дагестан, Российской Федерации, не видите сегодня, вот как концы с концами выжимают вот из этого труда, вот последнюю копейку, уже отчаянно эти люди вышли сюда. Этот народ страдает день за днем. Я знаю, я 23 года работаю на этой работе. Да, ездят и по 40 лет, которые работали. Но я знаю основные проблемы у этого народа, вот, которые вот здесь собрались. На нашу шею повесили квартальные налоги. Все знаете, платим мы. Есть кто-нибудь, который не платит квартальные налоги? Я 23 года, из них 10 лет работаю на иномарке. Если во время КАМАЗов еще были какие-то нам, к нам погрешности, что где-то с кем-то мы договаривались и платили там, кого-то обговаривали там, уговаривали. Но сегодня мы исправно платим все квартальные налоги, все транспортные налоги. Кроме этого, поставили на нашу шею, сказали, транспортные уберут, акциз на солярку, чтобы не затрагивалось отдельных людей, которые не катаются на дизеле. Поставили туда акциз. Согласитесь, так же? Да. К этому еще добавилось вот это платон. Плата за вот эти же дороги. Хорошо. Что изменилось с того времени, вот, когда были квартальные налоги, вот эти транспортные налоги, акциз, солярка? Вот уже полтора года, да? Нам хотят отчет дать, что мы там где-то мосты ремонтировали там за эти деньги. Дороги сделаны, да? Эти дороги как строили, так и строятся. Сегодня, вот, к примеру, в Дагестане, да, вот 3000 иномарок, я знаю, есть около 3000, да? И все платят налоги, 99% платят налоги. Я знаю, у меня круг общения с самым молодым человеком и с самым пожилым человеком. Вот я вот так, у меня, я знаю, что я говорю. Вот наши проблемы. Будущего нет у нас. Если из этих проблем что-то вы можете решить здесь, пожалуйста, да, скажите, мы можем. Если нет, мы хотим, чтобы там услышали, в самом центре нас. От вас ничего больше нам не надо. Мы эту дорогу не собираемся перекрывать, за которую вы так сильно боитесь. Нет у нас этих намерений. Дорогие друзья, закрывая даже намерение дорогу, да, сегодня, когда мы говорим даже сегодня то, что мы гусиным ездой ездили, вы понимаете, кто-то мог роддом опоздать, кто-то мог в тяжелой ситуации оказаться, да? Мы же не знаем, решая, вот здесь, скажем, 1000 человек, у нас 3 миллиона населения, решая 1000 проблем, мы не можем создать проблемы другим. Когда у нас есть более современные методы и способы, я еще раз предлагаю, ребята, неуслышанным вы никогда не останетесь. Не платить налоги какие-то мы не можем. Не платя налоги, никогда государство не может чувствоваться. Что-то мы должны. Да, может быть, измерено больше, меньше. Я поэтому предлагаю, давайте выбрать вот здесь каких-то серьезных, более-менее, которые доверяющих лица, создать комиссию, буквально 10-15 человек, перечень вопросов обозначить. Мы на региональном уровне, я думаю, и руководство наше на федеральном уровне тоже обозначит наши требования. А вот то, что мы закроем дороги, то, что мы начнем друг друга пересекать какие-то проблемные вопросы, ничего не решится. Но не было же, не, никто же дорогу не перекрывал. Единственное, мы вот... Я сейчас, да? Мы же говорим, вы же говорите, что мы благодарны то, что не закрываете дороги, но однако давайте результат хотим получить.
Результат мы можем только решением вопроса. Не так вот кричат друг на друга, так или не так. Давайте выйдем еще раз реально. Поедете со мной на площадь, сядем, обозначим, запишем и дальше будем нашу проблему озвучивать на федеральном уровне. Ничего же не выполняется. И чтобы услышали и Владимир Путин, и Путин. Вот здесь, смотрите, ребята, вот здесь около 500-600 человек и 1000 человек, да. У каждого разные требования. Давайте единое мнение придем. Придем к одному единому мнению. Одно мнение и одно требование. Мы не будем платить. Не будем достать, я говорю, почему мы не будем сейчас укинем? На моем уровне федеральный закон мы не отрегулируем, ну никак. Ну давайте здесь мы договорились. Это же незаконно. Это отдельные лица себя каждого надевают. На вашем уровне? Давайте. Это мы. Из Дагестана. Что мы с этим? Вот я говорю, ребята, можно пару слов сказать? Сейчас, да. Буквально два слова, да. Вот давайте человек 10-15 поедем на площадь ко мне в министерство, составим перечень список вопросов. И поехали на площадь, обозначим руководству этот вопрос, который мы хотим получить результат на федеральном уровне. Давайте я предлагаю вот так. Давайте, ребята, вам не так часто получается вот так дальнебочка увидеть. Раз вы пришли, пожалуйста, чуть-чуть задержитесь. Что люди хотят, тоже послушайте вы. Вы не торопитесь оттуда уйти. Не, вы не торопитесь. Вы говорите, что вас услышат. Вы говорите, услышат. Откуда услышат нас? Через информацию. Где наше телевидение? Наше правительство сегодняшний день абсолютно закрыло им рты. Абсолютно закрыло им рты, что вам не говорили правду. Даже вот это, которые... Ребята, дайте, пожалуйста, сказать. Не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Даже вот эта акция, которая состоялась сегодня, нежелательно нашему правительству Республики Дагестан, чтобы это услышали в Москве. Боятся уже. До такой степени они своровали наши бюджеты, наши республиканские деньги, наши чиновники. До такой степени. Они боятся, что вот такие акции пройдут, оттуда зажмут, что у вас творится. Они боятся. Нам, да, я скажу, брат, да, я скажу. Я уже красивый кричаю, 50 лет слышу. Услышан еще. До такой степени. Пока, ребята, мы не объединимся, один кулак, нас не услышат. Мы эти акции, ребята, впереди президентские выборы. Впереди президентские выборы. До тех пор, пока отмена не будет Платона, не снизят акцизы и транспортный налог, мы будем добиваться этого. Мы будем. Мы еще... С поля закона еще не нарушили закон. И не будем нарушать закон. Вы посмотрели сегодня, что творилось на дороге. Какой путь мы сделали. И уж этот наш путь увидели весь дагестанский народ. Такой силы на сегодняшний день. Пожалуйста, можно? Почему вы с Дагестана? Такой силы на сегодняшний день. Такой силы на сегодняшний день России и Европы и в мире. Как дальнобойщики, если объединяться, нету. Ни армия, ни правительство, вот эти коррумпированные, нам ничего не сделают. Мы не бандиты. Мы ничего не нарушаем. Пусть попробуют кого-то забрать. Пусть попробуют из-за этих митингов кого-нибудь забрать. Мы в массовом порядке выводим людей. Не, если мы сегодня просто так сдадимся, ребята, нам грустно. Вот эти, вот, посмотрите, на сегодняшний день, вот выпустили законы. Мы сегодня вот сделали эту акцию, даже не нарушили закон. Выпустили законы, даже вот так собираемся, например, да, мы собираемся, мы разговариваем. Лидеру там найти мне Идрис, например, да, звать. А, найти его, поймать 500 тысяч штраф. Или от 4 до 6 лет пугают вот так. Даже вот это пользуясь, которые они выпустили законы, мы будем у них добиваться успеха. Не нарушая. Придется. Потому что, ребята, нам в следующий раз, когда мы ЗОУ скажем, ребята, давайте будем объединяться, еще сильнее объединимся. Ни одного гражданина Российской Федерации не останется, который полтон не коснется. В том числе вас и вашу семью тоже, ребята. На всех. И силовиков тоже. И силовиков. И всех коснется этот полтон. Потому что они на сегодняшний день одну оплату, потом поднимают у них. Аппетит хороший. Аппетит хороший. Это не государственная организация.
Это афера очередная. Да. А я мы не за политику. Во всех ваших отношениях поддерживаем. И никакое, вы никак, кроме как нормальные слова. Еще раз говорим, ребята, мы не за политику. Мы не за политику, ни за каких партий. Если есть кто-то, воспользуясь нами, дальнобойщиками, решит, хотят свои проблемы, провокатор, мы провокаторов не допустим среди своей вот этой движения. Не допустим абсолютно. Мы за целостность и сохранность государства, за конституционный строй. Но мы вот этой коррумпированной власти чиновников, которые сегодняшний день поедают бюджеты наши. Миллиардами. Миллиардами. Мы против коррумпирования. Видят целость и сохранность государства и конституционный строй. Имеет. О, Пулева, 50% минимум надо снизить. Имея такую государственную территорию, Идрис, вот так держать свой народ, чиновникам позор. Позор. Любое. Начиная. Начиная начальника милиции, глава администрации. Да, врачи, любую должность в Дагестане, я не говорю российский, в Дагестане, все куплено. Чиновники, я что хочу говорить, чиновники не хотят, чтобы мы, дальнобойщики, вот так бастовали, потому что оттуда будут требовать, что у вас творится там в Дагестане. Вы что, ребята, вы же будете бюджетная республика, что вы тут творите, поэтому они не хотят не услышать, но они... Если вот так, сегодня тоже услышат они. Услышат они. Дайте я скажу, да? Давай. Яков, ты можешь телевидение вызвать, чтобы нас центральному телевидению показали. Первый канал. Подождите. Секунду. Вот то, что я просил. Дайте со мной 5-10 человек, обозначим пункты. Телевидение, журналисты, пресса, издательство. Вот здесь, подожди. Подожди, ты что вы там рукой машете? Что рукой машете? Зачем? Для чего? Поехать в Москву, приехать. 18 тысяч нужно отдать за плату. Вот и согласитесь, солярка стоит 36 тысяч. А нам что остается? Еще мы платим годовой транспортный налог. Еще забирают у нас 7 рублей за акцию. А сейчас больше половины заработка вы отдаете за платон, да? Больше половины намного мы отдаем за платон. Вот вся проблема, из-за этого люди собрались. И хотим, чтобы нас услышали.